делаем соломенные фигуры для того, чтобы привлекать свои экологически чистые продукции. Да, там, и решили в этом году сделать ставку на спорт, решили стадион построить. Удар! Работали трое парней, один укладывал, двое подносили. И строили реально 5 дней. То есть втроем построили? Втроем построили. Вот. Сколько нам затрат вышло? Реально 41 тысяча. Удар! Это в преддверии чемпионата мира 2018 года в России. Да, я патриот своей страны, я люблю нашу страну, и я надеюсь, что она выиграет. И думаю, что иностранные клубы и иностранные футболисты, я думаю, после этого чемпионата останутся, торчат в Соболе.